Здравствуйте, меня зовут Курманали Насая. Моим любимым местом в нашем городе является торгово-развлекательный центр Кюриен-Сити, рядом с которым протекает река Саздинка. Я обратила внимание, то, что особенно в летний период поверхность воды покрывается тонкой пленкой, а также от нее исходит неприятный запах. Я задумалась, как можно ее решить. Изучив литературу по данной теме, я узнала о том, что существует 4 самых распространенных способа очистки. Это ячменная солома, альгициды, кукурузная мука и хлорелла. Я проверила их действенность на нашей реке. В результате исследования получила следующие результаты. Вот ячменная солома, альгициды, кукурузная мука и хлорелла. Проанализировав результаты, я пришла к следующему выводу. Ячменная солома является самым лучшим способом очистки водоемов, поскольку она не только экологически безопасная, дешевая и доступная, но она и эффективно очищает реку, поскольку при разложении ячменная солома выделяет перекись водорода, которая является натуральным ингибитором роста водорослей.